что заварила и в ней проиграла. И по идее, нет, извиняться за это. Я же сказала, вердикт я выдвинула. Ты. Он должен тебе ультиматум уставить, а не ты ему, Оль. Я еще раз скажу, на меня мужчина поднял руку. Посмотри, посмотри все мои руки. Я вижу там ничего нет. Посмотрите, посмотрите, все мои руки, все мое тело просто угробил чужой человек. Оль, другое хочу сказать. 2,5 месяца. Подожди, Оль, можно скажу прям одну фразу и пойду? Сегодня Буза вам сказала, давайте вставайте одновременно. Я готова была. Да, это говорю, Оля, одновременно, если вы любите друг друга, и хватит. Он говорит, получается, вам на островах нравится ссориться, а не любить друг друга. И что делаешь ты? Ты завтра еще хуже угрубляешь эту проблему. Нет, знаешь, что он? Я жду здесь, разговариваю при нем, он берет такой, ползет. Я тебе не раб. Он издевается. Кто? Он такой ползет. Конечно, не раб. Я думала, сейчас будет... Потому что ты везде, он виноват, пока он не изменится. Да не надо, вы сейчас поддержка его, я пришла сказать свое слово. Я все сказала, все, я свободная девушка. Он не выполнил мои условия. Мой ультиматум. Все, удачи. Меня для тебя нет. Конечно, я услышал тебя. Нет, самому Саше больше нравится. Да и слава Богу! Ты уже свободна. Да и слава Богу! Зачем так надо? Бог уберег. Все осталось на свои места. Дима уберег уж точно. Как вы хотели, вы ему напели все. Вы хотели пару разрушили, вы разрушили пару. Все, оставайся с ними. Удачи. С ними, а Саша. Я скажу вам. Да он Саше не нужен. Вы же сегодня сами слышали, да? Саша наоборот сказал, какой хороший для дочки отец будет. Слушайте, да нет. Бред не неси. То есть изначально, Ольга, я когда приехал на остров, я ей даже поставил ультиматум. Говорю, Оль, если ты хочешь беречь наши отношения, то есть не общайся с Константином. Она нарушила этот запрет. То есть она стала дружить, и она дружит с ним. Так же и Оля мне. Ты дни как себя вел, ты понял на меня руку. Ты сказал, извини, и так же. Почему я всегда извинялась? Ты, говорю, не общайся с Сашей, не трогай, не прикасайся, если я тебе нужна, мы помиримся. Мне Саша нравится. Я заеду домой, говорю. Да я сегодня даже всем говорил, ты можешь в любое время, ты можешь в любое время заезжать. Я говорю, прости прощения за эту ситуацию. Скажи, прости, как ты вчера ему... Подожди, ты по лицу вчера ему вообще задел. Поздно. Прости. Прости меня. Нет, он совершенно... Поезд ушел. Он рад этому, рад. Ему у нее девчонка-то хорошая попалась, Сашка. Только нет. Косте до тебя пофиг, а Саша реально присматривается, да, к Диме.